Количество наездов на пешеходов в зоне пешеходных переходов заметно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ивановское управление ГИБДД решило принять меры. Теперь ежедневно с утра на самых аварийных зебрах будут дежурить патрули. За два месяца этого года на территории города Иваново зарегистрировано 31 ДТП, в результате которого один человек погиб и 32 получили ранения. В прошлом году за тот же период было 24 ДТП, то есть налицо рост происшествий с пешеходами на пешеходных переходах. Поэтому было принято решение организовать в утренние часы подобные мероприятия. Они будут проводиться достаточно часто, и, как вы видите, результаты есть. Под строгим и внимательным взглядом инспекторов водители стараются не нарушать. Но стоит только блюстителю дорожного порядка отвлечься, и утренняя спешка берет верх над правильной ездой. Во многих случаях спешка оборачивается катастрофой. На дорогах необходимо внимание и осторожность, причем и у водителей, и у пешеходов. По моему мнению, в происшествиях подобного рода виноват также и пешеход, поскольку они, как правило, не помнят или не знают о том, что в правилах дорожного движения четко сказано, что они могут вступить на пешеходный переход, лишь убедившись, что переход будет безопасен. Нарушителей ПДД на этот раз, помимо штрафа, ожидал просмотр профилактических видеороликов о том, как ездить не надо. Остается только надеяться, что этот урок спешащие автолюбители усвоят. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.